Всем большой привет! Давайте я покажу вам свой небольшой, совсем маленький заказ по 8-му каталогу в компании Avon. Каталог выглядел вот так. На самом деле была вероятность, что я в этом каталоге делать заказ совсем не буду, потому что он меня абсолютно ничем не впечатлил. Впервые, наверное, за последние 5 лет, чтобы мне каталог вообще ничем не приглянулся. Что-то из ухода там есть интересное, но у меня все есть, и как бы в этом нет необходимости. Спасибо Анечке, это моя подписчица, которая, оказалось, живет рядом со мной. И в последний момент, вот буквально во вторник надо делать заказ, и она мне пишет, что Света, могла бы ты и на меня заказать. И-то поэтому давайте я вам покажу наш с ней совместный заказ. В основном получается заказ вообще ее. И так как ролик будет коротенький, начнем листать каталог сразу, 9-й. Аня взяла две пены для ванны. Вообще пены в Avon я вот эти очень люблю. Клубника со сливками, прям так хочется вдохнуть аромат. Люблю я аромат клубники со сливками. У меня была такая пена. Очень-очень приятный аромат, мне нравится. Кстати, пены у них зафольгированы. И второй — ванили орхидея. Тоже приятный аромат. Также в заказе было два геля для душа. Мне кажется, это такие прямо летние уже ароматы. Это гелевые текстуры. Первый — зачарованная коллекция «Заколдованный рай» с ароматом свежих цветов и бергамота. Он свеженький, приятный. Самое то в жаркую погоду. И второй — антистресс, увлажняющий гель для душа. Иланг-иланг и пачули входит. Такой тоже приятный. Ну, по памяти. Я эти не стала тестировать, но по памяти я помню, что он очень приятный. Мне эти оба ароматы нравятся. И также Аня взяла средства для интимной гигиены с экстрактом ромашки и солком алоэ. Один был. И второй, мне кажется, самый ходовой. Свежесть на весь день. Освежающее, очищающее средство для женской гигиены. Соком алоэ, экстракт ромашки. Нет, одинаковые. Смотрите, вот составы, да, получается. Вот такие два. И что взяла я себе? Я вообще взяла себе в линейке для загара, от загара, после загара. Здесь была неплохая акция, хорошее предложение на эти средства. Что если вы берете два и более, то цена будет вот в красном. Красная, не черная, а красная. Я взяла три средства, но ко мне приехали только два. И одно под пятерочкой приехало, что как поступит в продажу, так они мне его и пришлют. Первое средство, которое я взяла, это для лица с защитой 30. Это увлажняющий солнцезащитный крем с SPF 30, как я сказала, высокая степень защиты. В нем 30 мл. У меня для лица с прошлого года не остался крем, поэтому взяла себе новенький. Потому что если вдруг на юг получится, да даже не на юг, а у нас в городе на солнце ходить, надо защищаться. Может, будем на пляж ходить, у нас тоже хороший пляж с озером. Ну, что я тут застряла. И вот так выглядит крем. Он, по-моему, зафольгирован. Сейчас проверим. Нет, не зафольгирован. Он такой беленький. Куда-то я в каталог кинула его. Вот так вот он выглядит. Я как-то брала с SPF 50 Faberlic. Я не могла им пользоваться. Он жирный-жирный. Прямо вот как будто масло какое-то по лицу размазываешь и в итоге выкинула. А вот SPF 30 мне нравится по текстуре. В Avon я уже брала, мне понравилось, и поэтому я с удовольствием повторила в Avon. Уже как бы доверяю. Аромат обычный, кремовый такой. Второе средство приехало ко мне вот с этой страницы. Это лосьон для усиления загара. Видите, тут новиночки. Быстро сохнет, обещают. Цена была 270, если 2 и более берете. Здесь 200 мл. Выглядит он вот так. И подходит тоже для лица и тела. Но лицо я вообще такими средствами... Да что ж я сегодня на каталог-то все плюю.
Вот так вот он выглядит, желтого цвета. Давайте я закрою. Хорошо кончились средства, а то я так заплюю весь каталог. Вот так вот он выглядит. Ой, у него аромат очень приятный, сладкий. Такой, знаете, как, наверное, какао, что ли, сладкое. Или ванилька, вот что-то такое легкое, не, ну, приторное, но не ярко выраженное, едва заметный сладковатый аромат, поэтому не раздражающий, приятный. И третье средство, которое я себе заказала после загара, в нем это гель увлажняющий, вот этот, после загара с пантенолом и алоэ. Он должен успокаивать кожу, помогать предотвратить солнечные ожоги. Вроде как должен немножко охлаждать, я так понимаю. В нем 150 мл. Ну вот он не приехал, 224 рубля. В следующем, наверное, заказе уже приедет. Заплеванные каталоги. Вот, поэтому осталась я без третьего средства пока. И что ко мне приехало? К моей великой грусти не приехал почему-то фокус. Приехала мода и стиль. Мы сейчас его начнем смотреть. Также скидочный аутлет приехал. И два каталога с новой помадой. Будем листать. Ну, каталоги мы пока положим. А вот давайте вот с аутлета начнем, с девятого. Сразу идет на первой странице вот такое предложение. На маску, гель для душа и пена для ванны с приятными ценами. И как обычно я вот так вот буду проводить, а вы смотрите. Надеюсь, цены будут все хорошо видны. Мне понравилось, посмотрите, страницы сделали более удобного формата. То есть страница стандартная, а вот предложение не в мелких квадратиках, а как-то вот приятнее листать, лучше видно, в поле зрения попадает все. Украшения красивые. Ой, я, кстати, взяла такие серьги, смотрите, есть цепочка. Но мне кажется, когда длинные серьги и длинная цепочка, как-то будет перебор. Так, здесь украшалочки. На этой странице много украшений. Я сильно задерживаться не буду. Ой, какая кружка интересная с котиками. Смотрите, 399. Так, и последняя страница. Вот так. Это был аутлет. Еще был вот такой... Весеннее настроение, твой приз от Avon, какая-то брошюрка. Выбери свой приз. Можно разместить второй заказ, судя по всему. Добавь в этот же заказ приз-сюрприз. Ой, давайте поближе покажу. Это касается 7-го, может быть, 9-го для меня-то. Сейчас посмотрим. И второй. Второе предложение. И трендсеттеры участвуют, наверное, по 9-му каталогу. Вот, смотрите, это очень интересно. Это для всех. Выгодно делать заказ. Для основной территории вот в следующем 7-м каталоге, а для трендсеттеров в 9-м. И вы с этим же заказом можете себе сюрприз заказать по коду. Поэтому это мы сохраняем. Ну, давайте моду и стиль тоже здесь тогда полистаем, чтобы нам время не тянуть. Мода и стиль работает для всех территорий в данный момент. Она начнет работать с 7 мая по 27 мая. Независимо, трендсеттеры вы или обычная территория. Это мы заказываем все одновременно по этому буклетику. Вот так я буду держать. Не буду опускать уже камеру, чтобы не скрипеть. Просто вот мы с вами вот так на расстоянии. Все посмотрим. Если что, ставьте на паузу. Я долго не буду на страницах задерживаться. Постараюсь, чтобы было просто все видно хорошо.
И в следующем ролике быстренько пролистаем каталог. Я их загружу прямо друг за дружкой. Рюкзак они, не знаю, цену какую определить. То дороже ставят, то подешевле немножко. Так, следующий разворот. Тоже с украшениями разворотик. Так, и последнее. Вот так. Ну, не знаю, мне ничего не понравилось. По крайней мере, вот так при быстром рассмотрении. Почему-то две моды и стили ко мне приехали. Может быть, потому что два каталога приехало. Но вот фокуса, к сожалению, нет. Если найду фокус в интернете, то я уже с компьютера полистаю с вами в отдельном ролике. Ну, а пока буду прощаться. Сейчас встретимся, пока будем листать каталог. Далеко не расходитесь. Ну, а пока, всем пока.